Когда вы принимаете алкоголь от поставщика, вместе с товаром нужно утвердить электронную накладную в ЕГАИС, чтобы его можно было продавать. В этом ролике мы расскажем, как в САБе утвердить товарно-транспортную накладную полностью или с расхождением, а также отклонить. Поставщик привез вам партию алкоголя. К ней прилагается электронный документ поступления. Вы найдете его в разделе ЕГАИС. Здесь список всех поступивших документов. Сверху собраны те, что только пришли. Их нужно обработать в течение рабочего дня с момента поступления товара. Откройте нужный документ. У алкоголя с акцизными марками отсканируйте каждую бутылку в поступлении. САБИ проверит, соответствуют ли акцизные марки на бутылках с заявленными в документе, чтобы потом не возникло проблем при продаже. Счетчик СН станет зеленым. Для немаркированного алкоголя просто пересчитайте все бутылки. Или проверьте объем, если это разливное пиво в кегах. Посмотрите, сколько позиций в документе, а сколько приехало по факту. Если все хорошо, утвердите документ. Утвержденные документы регистрируются в ЕГАИС и проводятся по складу. Чтобы убедиться, что документ зарегистрирован в госсистеме, проверьте его через 5-10 минут. Если полученный алкоголь не совпадает с заявленным в документе или обнаружены брак, бой, нечитаемые штрих-коды, САБИ вас об этом предупредит. Когда расхождений немного, можете не отклонять всю партию, а утвердить ее с расхождениями. В поступлении нажмите «Оформить расхождение». В документе появится столбец «Фактическое количество». Для маркированного алкоголя здесь будет указано, сколько марок вы сканировали, а для немаркированного вручную укажите, сколько товара без повреждений вы приняли. Если расхождений много, отклоните накладную и запросите у поставщика новую. Когда принимаете пиво, особенно разливное в кегах, сразу убедитесь, что в партии нет просрочки. Для этого отсканируйте коды в приложении «Честный знак». Если вся партия просрочена, полностью отклоните документ и верните товар поставщику. Готово! После успешного утверждения накладной можете спокойно продавать алкоголь и не бояться, что возникнут проблемы.